Вот, в общем, поступление по шлепкам. Короче, взял еще по одной паре лакостов, 42-й, 41-й. Ну, просто мне, меня их просто, ну, не знаю, требуют, короче, от меня их. Вот, поэтому взял. В любом случае, думаю, продам. Что у нас тут по шлепкам? Давайте покажу вообще, какие модели привезли. Что-то, кстати, я сейчас только понял, что заказываю какую-то классику, ну, типа Calvin Klein, Lacoste, Tommy у меня. Ну, все это вроде продается. Все это вроде продается, поэтому... Опа, очки. Китаец плюнул чисто. Блять. В общем, ну, что такое, Вася? Не, ну такое, конечно, бывает, что я могу сказать. Бывает вот. Но, в принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Просто я думаю, я их прям дорого не буду, Calvin Klein именно продавать. 1200. Томики по 1500 продают, но там реально суперское все. Вот. Давайте следующую модель, это тоже Calvin Klein. А, тут две коробки, походу, да? Да, тут две коробки. Короче, вот лакостовские. Ну, тоже есть косяки, конечно, по клею. Я, короче, кстати, шлепки беру оптом. То есть они недорого стоят. Ну, вот мне вот 20 штук обошлось что-то в 12 тысяч, кажется. Вот. Короче, клей есть. Будем решать этот вопрос как-то. Вот сейчас у ребят поспрашиваю в чате и узнаю, чем вообще клей можно убрать. Вот. А вам потом покажу, что из этого получилось. Но вот эти мне больше всего нравятся. У них тут как-то лого поярче. 1500, короче, залетят, я думаю. А вот эти 1300, я думаю, залетят. 1300 можно. Нормально. Можно и 1500, но хочется, чтобы быстрее продавалось, продавалось. Сейчас сезонка начнется, люди просто будут толпой за шлепками бежать, я вам говорю. Особенно такое вот. И такое вот на рынках там где-то, они редко продаются. Вот такое редко продается. Nike попозже завезу. Давайте пообщаемся по поводу очков. Что с очками вообще? Сегодня вот суббота. Очки продаются вполне неплохо, в среднем стабильно, просто без какого-либо напряга. То есть я даже уже новые объявления какие-то не выкладываю, чисто завожу ходовые модели, которые чаще всего покупают. Сейчас около примерно 30 разных моделей. Это вот чисто сочные остались, которые вот хорошо берутся в розницу. Такая же наценка, также по 950, по 1100, по 1500 продаем разные модели. Вот. И в среднем, вот реально без брехни, 3-4 продажи в день идет. То есть вчера было у нас 3 продажи Авито доставкой и 2 продажи самовывозом, то есть всего 5. Сегодня вот сейчас 1 час дня. Сотрудник работает там всего лишь, получается, сколько, 2 часа. Уже 4 пары очков продал, но там один человек пришел, сразу 3 пары взял. Вот, сделали небольшую скидку ему. То есть очки реально продаются, в день выходят чистыми. Ну вот, смотрите, 3, давайте возьмем среднее 4 продажи в день. И оттуда у нас остается 600 рублей. 4 на 600. 2 400 в день вот легко остается вот чисто себе в карман. Вот, поэтому очки реально можно продавать, в месяц сделать 60-70 тысяч, это реально, я вам уже не раз об этом говорю. Сезон идет сейчас пик сезона, и этот сезон, если кому интересно, он продлится до августа месяца, то есть примерно до конца августа очки будут продаваться. Но очки, они, в принципе, продаются круглый год, но вот больше всего это вот с марта, получается, можно сделать вывод. До конца августа очки будут продаваться. Так, ребят, что у нас сейчас вообще продается? По поводу одежды. Про очки мы уже поговорили. Давайте теперь немножечко одежду затронем. Сейчас вообще уже лето, у нас плюс 25 градусов, шорты, футболки просто разлетаются. Мы еще придумали очень классную тему. Это мы купили разные, просто набрали шорт. Там, например, шорты Lacoste в черном цвете и взяли отдельно футболку Lacoste. И мы продаем как раздельно, так и вместе, как комплектом. То есть и так будет выгодно. И берут чаще всего именно комплектом. А если комплектом берут, соответственно, маржа больше. Вот сейчас работает Альберт. Уже работает достаточно хорошо. Давайте вот у него спросим вообще, как вообще торговля, как продажи. Вообще, вот ты работаешь уже не первый день у нас, уже почти 2 недели. Как вообще торговля, как вообще одежда, в принципе, тебе нравится? Есть какие-то трудности?
Трудностей нет вообще. Единственное, люди, устаешь от них. Почему именно вопросы какие-то дурацкие или вот это то, что примерка туда-сюда? Да люди дурацкие скорее. Клиенты бывают, да? Да. А что вообще, вот сегодня у нас как вообще продажи? Что сегодня продалось вообще, что примерно? Ну, футболки ушли, шорты, ну, как и всегда, в принципе, обычно комплектом берут. Очки, 4 пары ушли. Вчера сколько примерно, что было? 5 где-то. Ну, Очков? вчера такой средний день был. Сегодня пятница, у нас 3 часа дня. Что у нас по выручке вообще? Вот в магазине с одеждой вообще сколько примерно мы сейчас? Ну, я думаю, чуть больше 15 где-то. У нас план сейчас, да, стоит делать больше Да. 15. Так, То есть, план увеличивать будем? конечно. Как по зарплате вообще? Ну, так в целом, ну, опираясь на те зарплаты, которые могут быть у нас в городе вообще. Это выше среднего, как Выше минимум, среднего? да. Понял. То есть. Все, Альберт, наш работник, будем его чаще снимать, показывать. Ну что, дальше идем рубить колеса. Новый день, новые вздохи. Привозили, короче, вот такой вот стеллаж. Здесь металлический каркас идет, это вот ДВП, ДСП, не знаю точно. И вот такие штучки еще купили для обуви. Короче, ждем обувь, в понедельник привезут. Все это будет полностью забито, будет здесь обувь стоять. В общем, вот так вот работаем. Фух, что еще могу сказать? Что по деньгам? Десятка, короче, вот это все обошлось. Вот, кому надо, можете найти у себя в городе торговое оборудование и купить. Короче, чуть-чуть распаковку делаем. Распаковка. Так. Так. А, время рассказать вообще, что происходит с моим магазином. Что вообще творится вокруг. Какая обувь, какие стеллажи, откуда у меня деньги на это, хотя я планировал это где-то только в середине лета завозить размерными рядами. А это огромная партия коробок пришла, откуда я вообще достал деньги, плюс еще одежды много. Что вообще происходит? На меня вышел инвестор, который вложился в меня, и он вложился именно в обувь. То есть там свои партнерские отношения у нас сейчас будут выстраиваться, в принципе. Вот, как это произошло? Это все благодаря вам, от того, что смотрите вам мои видео, от того, что поддерживаете меня, от того, что ставите лайки и комментируете. Вам огромное спасибо. Медийность немножечко решает, я вам скажу, это вообще просто. У меня счастье внутри вот здесь подбирается и вот сюда вот сейчас выходит и вам рассказывает. В общем, сижу я как-то на работе, мне пишет человек, говорит: «Булат, я увидел твой YouTube-канал, в принципе, ну, он не хвалил, честно вам скажу, ну, он сказал то, что ты, смотрю, начинаешь там заниматься обувью, вот, а я сейчас ищу новые возможности для заработка денег, то есть у меня есть определенные деньги, которые я хочу вкладывать в какие-то проекты, развивать их, и, возможно, что-то из этого получится, как эксперимент, давай запустим, я тебе отправляю просто на определенную сумму обувь, ты ее продаешь и 50 на 50 делим прибыль». Я такой: «Да давай». «А чё, много?» Он говорит: «Давай сразу на пол ляма». Я такой: «Чё? Нет, подожди, у меня это просто в магазин не влезет». Вот. В итоге заказали на одну сумму, коробки вы все видели, видео я вам покажу. Это очень много, через 3 дня это уже все пришло мне. Вот, мы все это расставили. Человек, кстати, тоже достаточно медийный, возможно, кто-то знает его, кто-то узнает. У него большущий магазин, это уже для меня он уже как дядька, который имеет какой-то свой большой колоссальный опыт. У него я многому научился, он мне также немножечко подсказывал, не только по обуви, то есть там еще и по одежде. Плюс он еще мне помогает развивать рекламу и так далее. Вообще огромное спасибо, большущий респект и уважение к этому человеку. У него свой магазин уже, он очень большой, уже начинает продавать франшизы, вот. И я никогда в жизни даже, ну, не задумывался о том, что я буду привлекать инвесторов, искать деньги. Я всегда все сам, я даже не заним... ну, только вот
партнером, то есть я там занимал деньги какие-то. А так я вообще даже не люблю занимать деньги, не люблю кредитные деньги. И инвестирование для меня это было что-то вообще, типа, а-ля это там инфобизнесмены, инфо-цыгане об этом что-то говорят, и они таким способом как-то заманивают людей. Я вообще в инвестирование не верил. Вот, я его не искал, оно нашло меня просто потому, что человек увидел, что я, в принципе, хорошо продаю, я ответственный. Ну, я так думаю, то, что я действительно продаю, я это еще и начинаю на камеру показывать, то есть я со всеми открытый, со всеми общаюсь, плюс какие-то результаты уже имеются на своих плечах, так скажем. Вот, поэтому, дорогие друзья, развивайтесь, растите, занимайтесь своим любимым делом, верьте в то, что вы верите всю жизнь, то есть поставьте себе какую-то мечту и идите к этой мечте, но обязательно много-много работать. Я работаю сейчас просто с утра до самого вечера, с 8 встаю, часов в час ночи я засыпаю, я работаю, работаю иногда. Вот сегодня только приехал, собирали склады там, в общем, неважно. В общем, дорогие друзья, работайте, развивайтесь, поставьте себе мечту. Пускай она будет вообще такая банальная, финансовая, заработать там 10 миллионов и идите к своей мечте. Главное, много работать, много усердно работать и верить в свою мечту. Постепенно достигать каких-то маленьких целей, потом еще цели, потом эти цели будут уже увеличиваться, уже финансовые цели будут увеличиваться. И их достигайте. Ну что, дорогие друзья, вот так вот теперь выглядит наш магазин. Обратите внимание на эту замечательную стойку, это кроссовки. Мы сегодня закончили, время почти 8 часов. Вроде более-менее все закончили, одна продажа у нас есть уже. Расставили ценники. Что я могу сказать? Верьте в свою мечту, потому что и все ваши слова, они материальны, в принципе. Потому что вот буквально в прошлом видео я говорил о том, что через 2-3 месяца буду завозить размерные ряды, то, что я хочу заниматься кроссовками, я завозил штучно, и вот просто на голову свалилось вот это вот все богатство, так скажем, вот. Кроссовки бомба, короче, по ценам примерно будем продавать 2,5-3 тысячи, самые дорогие это 3 тысячи, запустили уже рекламу ВКонтакте, покажу вам, как это все работает. Запустили рекламу ВКонтакте, на Авито сейчас будем все это выгружать. В общем, завтра мы будем делать фотографии для Авито, также мы будем загружать товары во ВКонтакте, сегодня запустили рекламу. Сегодня уже просто сил нету, потому что я это все фоткал, то есть каждую модель фоткаешь, вбиваешь артикул, который указан, и забиваешь это в приложение «Мой склад», чтобы вести полностью учет, чтобы было понятие вообще, какие модели хорошо продаются, по каким ценам, ну и вообще видеть именно деньги своего бизнеса. Кроссовки, вот эти вот, это как отдельный проект, мы с ним подытожим, наверное, через месяц, что вообще получилось, получилось ли заработать с этого. Большая сумма достаточно была вкинута сюда, а одежда продается, у нас большая поставка скоро будет по летним костюмам, будет много различных вариантов, шорты просто разлетаются. Я вам сейчас покажу в этом видео одну модель шорт, засвечу, так сказать, эксклюзив. Вот это вот просто, я не знаю, уже около 50 пар улетело. По костюмам, что вам показать? Ну, давайте еще одни шорты покажу, которые у меня просто вообще... А, и джинсовые шорты. Наверняка многие не продают шорты, многие продают там костюмы сейчас, а я завез джинсовые шорты. Осталось из 8 штук 3 размера. За неделю просто улетели. Дорого. 1300-1500 закупка. Но продаются очень и очень хорошо с максимальной маржой. В общем, работаем.